говорили, чудес не бывает. Вот она, сила звука. Кстати, я еще лекцию для детей вот провожу, в которой я не говорю о звуке, а показываю звук каким-то таким образом. Смотрите, видите, там целый узор, вот Фибоначчи появляется. Узор жизни. Вот она, интерференция звука на рождение. Ну, может, не совсем это как бы отражение. Создавайте себе миф, новый миф. Дождите. Как я ужасно говорю. Как я ужасно говорю. Ну, вот, то 7. 12. Ну, как же. 12 работать на кого-то. Раб на кого-то. Работать. У меня были такие концерты, после которых, наверное, точно ему придут люди. Добрый день. Меня зовут Лиза Неволина. Я музыкант, актриса, наверное, по жизни, перформер. Мне 30 лет. На дворе 21 век 21 года. У меня несколько проектов, у меня готовятся клипы впереди. У меня есть группа «Дзынь», она родилась в году, наверное, 2014, когда придумалось название. И это состоялось, когда мы ездили на перформанс в Нижний Тагил. Мне позвонила Лиза Гвозди, которая жила в этой комнате до меня, снимала со своим другом, парнем Сержем Карионом, прекрасным музыкантом. Вот. И они позвонили мне и говорят: «Лиза, там на проходной Урал вагон завода с 6:30 до 7 утра идут 10 тысяч человек. Там публика, говорит, давай выступать, замутим там перформанс, выступление». Я думаю, как раз нужно купить этот комбик на батарейках, чтобы мочь выступать на улице. И все, я поехала с ними в Нижний Тагил. Мы переночевали ночь, и с утра мы в 6 утра пошли туда, на Урал вагон завод. Все, и тогда я поняла, что моя группа будет называться «Дзынь». Не знаю, вот. Именно в таком стрессовом состоянии ко мне пришло это откровение. Но все прошло очень удачно, нас не закидали помидорами, потому что людям было некогда, они спешили занять свои рабочие места, они так проходили быстро. Я понимала, что моя музыка – это дзынь, это остановка в потоке. Штурмуя небеса, звездная пыль сверкает в глазах, рисуя себя, рассеется страх, открывай золотые. Летим, сплетаемся нитью истории, раскроемся узорами божественной формы.
слов перепетение. Переводимый поток необратим стоит. Посередине лампа Аладдина. Что за чудеса? Мы запускали активы, делаем то, что хотим. Есть момент лишь дзин в объятиях хаоса. Мы это моя квартира, ну это не моя квартира. Здесь я живу, снимаю. Здесь это студия, можно сказать, творческое место, потому что карантин. Ввиду того, что группа «Дзынь» распалась, уехали музыканты, как бы с некоторыми перестало быть... ну, за... Блин, как я ужасно говорю. Да, один, как общаться? Ну, в общем, пришлось нам расстаться. Пока Юра Валеев, пока Максим, пока Настя, пока Боря. Остался только Костя от основного состава. И ввиду того, что у меня остался один басист, все, пришлось дома нам сочинять все альбомы. Пришлось сотрудничать с продюсером Сашей Три. Мы тут весь карантин, каждый день, через день, с утра до вечера сидели, сочиняли песни. У нас готово очень много демок. Мы выпустили 3 альбома в том году. И под названием «Лиза Неволина» на латинице Т3, П3, Ай3 и «Дзынь». Вот. В том числе альбом. Трилогия вышла. Это «Красная шапочка» и «Серый волк». Нет, просто «Красная шапочка» называется альбом. Второй альбом – это «Тысяча и одна жизнь», и третий альбом – это «Абориген». Вот, в совокупности это целый пласт жизни, который мы переработали вот здесь вот. Записывая сэмплы, мы резали со всех приборов, что у меня есть. Все началось с 14 лет, а может и раньше. Начала писать тексты, рэп-песни, и выступать под гитару. Даже сэмплы писать. У меня был социально-политический рэп первый. В 14 лет я выступала на фестивале. Я из города Трехгорный, вообще, это Челябинская область. Вот. И там проходил фестиваль «На одном дыхании». И был написан первый текст про Беслан, про людей погибших, про детей погибших. Я в 14 лет выхожу, чем помню, как волновалась. Сейчас увидела эту запись спустя 16 лет. Спустя 16 лет я обнаружила, я думаю, нифига себе, так я уверенно держусь и попадаю четко в ритм. Думаю, все круто вообще. Получается уверенность в себе, как в МС, что я могу писать тексты, выступать на сцене, нести свою мысль, классно рифмовать. Просто мне нравилось, я уже писала в школе тексты. Ты новичок, как ты чувствуешь себя? Нормально. А ты давно пишешь тексты? 2 года. Почему тебя до этого как бы мало было видно, слышно? Не слышали меня, не знаю. Нет. Только философское образование. Нету музыкального, наверное, это хорошо, что я его не получила до сих пор и хочу получать вот сейчас. Не то, что официально. Хочу просто заниматься с преподавателем, сольфеджио, потому что сейчас я начала это чувствовать, понимать, что это мне нужно, и понимать, что же это такое. То есть мне никто не испортил в детстве мозг этим, говоря, вот, учи, это надо знать, это надо знать. И сейчас сама захотела это знать, потому что чувствую, что вот... уже слух, мозг может это воспринимать, эту музыку, и может общаться с этой математикой.
может на этот язык настроиться. Это, конечно же, мое мнение. Ну как же? Тут все мое мнение. Это моя комната, это мое мнение, это моя кошка. Да нет, ничего моего нету в мире. Своего. Ну как бы не то, чтобы я так считаю, к этому стремлюсь, наверное. Потому что утративший все богат. Я общаюсь текстами своих песен, так что давайте послушайте внимательно. Смотрю на тебя, в упор не вижу. Ты глубоко спрятан, так много лишнего. Чё ты мне впариваешь? Мне это неинтересно. Всё равно тебе придётся раздеться. Раздевай. Снимаю ненужные, ненастоящие. Снимай проблемы, загоны, мысли, блоки, все свои неудачи. Что ты там от себя прячешь? Снаружи так много фальши. Я хочу, чтобы вы избавились от этого как можно раньше. Раздевайся. Чем пол-литра. Другие ходят закрытыми, а они носят внутри обиды. Но у меня на тебя другие планы, другие виды. Раздевайся. Его, ну, можно дзынь, так банально. Я думала раньше, что это трёп-хоп. Трёп-хоп, ну, это такое воображаемое. Трёп-хоп, дзынь, мьюзик, трёп-хоп. Оригинальный уральский женский рагамаффин. Ну, такой трип-хоп. Я не знаю, на какой жанр. Это очень сложно. Сейчас, кажется, нельзя в рамках одного жанра замыкаться.
либо на стыке всех жанров действовать, разных жанров. Потому что если говорить, мы делаем рэп, и все такие серьезно делают рэп, такие на серьезном, один рэп становится скучным. Вы были когда-нибудь на рэп-концерте, вы слышали его час? Или там рок-концерте? Сейчас такая смена всего, что что-то одно людям мало, нужно, чтобы было все сразу в одном. Но не все, но хотя бы несколько элементов. Что-то как бы толкало новое. Не больше к старому возвращала, а наоборот двигала наше. На основе, конечно, понимания старого. Чтобы узнавали люди. О, что-то знакомое. Это знакомое. Чтобы не было все совсем странно. Что-то на стыке. Странный, наверное, поп. Но не странный. Я не стремлюсь к этому. Я стремлюсь быть понятной и не банальной. Да, я всем ребятам говорю, это все штамп. Нет, мы пользуемся осознанными штампами, нужно пользоваться. Не нужно, чтобы он тебя захватывал, этот штамп. Конечно, у нас время цитирования, время отсылок. Так или иначе, нельзя быть совсем уж супероригинальным и странным. Но, тем не менее, всех своих музыкантов, вот Костя, да, допустим, я все время останавливаю, я говорю, переставай это играть. Он что-нибудь начинает, просто берет укулеле, я говорю, все, хватит это играть. Ты просто курара, или это там еще что-то, или это еще что-то. Играй свое, мне нужна твоя мысль. Играй хоть одну ноту, не в такт. Одну ноту, но это уже будет твоя мелодия, это не будет чья-то. Я всегда их прошу что-то новое сыграть мне, что я не слышала до этого ранее. Оригинальное. Ну вот, то есть. 12. Ну как же? 12 же? Приближаясь по маленьку, мы подобны на коленках, туда, где моя века. Пока не села батарейка, после старта твоего забега перезаберешься, будто бы лего. Даже среди вечного снега выживет только бега. Приближаясь по маленьку, мы ползем, будто бы на коленках, туда, где моя века. Пока не села батарейка, после старта твоего забега перезаберешься, будто бы лего. Даже среди вечного снега выживет только бега. Контрабанда с чумрачанги пахнет так, а чичичонга. Запах так стоит, что искривляется осанка. Столько фанка, Soul Train раздавались сильно-сильно. Мы внимали, шли, макали, мы и знали, и не знали. Твоя родина в аду. Мамба-кляк на мамба-кляк. И звон мозга, как алабак. Тут им так, тут только так. Папаша трактор, это знамя происходит на моменте. Полное тут погружение, трансформация. Приближаясь по маленьку, мы ползем, будто бы на коленках, туда, где моя века. Пока не села батарейка, после старта твоего забега перезаберешься, будто бы лего. Даже среди вечного снега выживет только бега. Приближаясь по маленьку, мы ползем, будто бы на коленках, туда, где моя века. Пока не села батарейка, после старта твоего забега перезаберешься, будто бы лего. Даже среди вечного снега выживет только бега. Последнее было, наверное, увлечение музыкой в институте. Вот такое вот, кем-то. А потом, собственно, потом увлечение собой. Увлеклась слишком собой. Я сам свой кумир, да? В институте? Курарой. Да, потом познакомились. А Гузарова, конечно. Гузарова. Да всю нашу сцену мне нравился Дельфин, Земфира, Децл, Продиджи. Очень сильно, вот именно в детстве. Линда, не так сильно. Ну, кое-что нравилось, точно, 100%. Некоторые песни прям очень сильно нравились. Ну, как и всем. Максим Фадеев, мой кумир. Да нет, у него классная песня, особенно эта «Птичка». Та-та-та, ты мне птичка, ля-ля-ля, ты сестричка, та-та-та, я не знаю, без себя я умираю. Простая же песня, но она же очень заряжает. Классная песня. Я же по профессии работаю, я же философ по образованию. Кем я могу работать? Нет, вообще-то я в театре там работаю, пишем мы музыку, концерты, выступления, преподавание. Но по сути я нигде не работаю. Это заработок, да. Вообще мне какая-то работа. Работать на кого-то. Работа на кого-то. Раб на кого-то. Работа. Да.
мысли. Мне кто-то их дает, а я их перемалываю через свой фильтр. То есть вот ничего своего. Свой у меня только резак. Знаете, как сэмплер. Вот такая как машинка есть. Сейчас она спрятана. Ну, допустим, вот это вот. Вот. Как сэмплер. Он нарезает просто звук. Ты играешь и можешь отрезать на него, любой записать. Вот так же и переработать его по-разному. Вот так же и я. Вот мой мозг, сознание. Оно почти такое же. Потому что ничего своего нету, можно закинуть и создать что-то свое. Моя крыша, моя крыша, я с нее прекрасно вижу. Кто не скажет, Хари Кришна, выходи, ты самый рыжий. Цветы все выше, с каждым днем мы больше пишем. Подходи поближе, Хари Кришна, и будешь не обижен. Почему люди волнуются перед камерой? Вот-вот, ничего же не происходит. Тигр на меня не бежит, никто меня побить не хочет, накричать тоже. Просто смотрит какой-то стеклянный глаз такой. Вот. Но тем не менее у каждого человека возникает вот какой-то мандраж. Это как выход на сцену. Каждый вообще боится выхода. Я до сих пор как артист боюсь. Но почему же? Я тут поняла ответ. Просто потому что эффект сцены. Что такое сцена? Почему я работаю на сцене? Почему я преклоняюсь к сцене? Потому что сцена — это как бы моя религия, это мой храм. Как бы. Сейчас объясню почему. Потому что там идет общение с Богом. Но не с тем с Богом, который с бородой, дяденька где-то, а с Богом, который начинает существовать в этот момент. Все почему? Что такое Бог? Почему три единства? Сейчас я вам объясню. Потому что я выхожу на сцену. Вот. Я камера есть. Неважно, можно было сидеть. Я просто хотела это показать. Вот я, допустим, вышла. И это я. Это сцена, где я живу. Тот, кто на меня смотрит, это зритель. Вот нас трое. Вот три единства. Вот это образует сразу человек. Видимо, Бог появляется тут. Такой материальный как раз. Нечто существенное. Это существование, как бы твоя полнота существования сразу раскрывается. И каждое твое движение значимо, потому что ты знаешь, что ты потом будешь смотреть, или кто-то будет смотреть, и он будет замечать все.
все будет замечать. Потому что глаз, но я же не знаю, что он замечает. От человека можно скрыть что-то от вас. Там, вы там об этом подумали секунду, что-то вы там о другом, от меня отвлеклись на себя. От этого уже скрыть нельзя. И от объективного зрителя. Что такое объектив? Субъектив, объектив. Также я выхожу на сцену, там зритель, объективное существование. Я не знаю, что там смотрит. Их там тысячи, сто, там десять. Каждый свое замечает. И каждый из них, ну, вместе, они заметят все. Поэтому нельзя сложать, нельзя сделать лишнее движение. И это человека сковывает. Он боится, короче, себя, проявиться не так. Кому-то не понравится, да, сделать как-то. В нем эти тоже тысячи зрителей. В нем тоже этот бог, вот этот объектив такой просыпается. Он такой, опа, на меня смотрит. А по реке плыл труп-манекен. Его сработал пластмассовый ген. Когда дали Месснера, он стал никем. Но мне спасет абориген. Абориген, основа легенд. Его ритм на ноге поет континент. Чувствую момент, мысли агент не спи. Абориген, дикий зверь вдалеке. А по реке плыл труп-манекен. Его сработал пластмассовый ген. Когда дали Месснера, он стал никем. Но мне спасет абориген. Абориген, основа легенд. Его ритм на ноге поет континент. Чувствую момент, мысли агент не спи. Абориген, дикий зверь вдалеке. Специально с кислородом. Здесь супер крепко было разбавлено. Это красный чай. Ну, он же обычный индийский черный чай. Просто его красным ламинует. Дзынь. Это бесплатная реклама группы. Вот почему, кстати, да, группа Дзынь, что мы алкаши были. Но сейчас меньше, конечно. Со спортом каждый день на турнички хожу с утра. С 9 до 10. Вот здесь вот в городке чекистов выхожу. Подтягивание. Это на разминку. Надо спину держать. Нужно просто это ради того, чтобы спина моя была здоровая. За здоровый образ мысли, за здоровый образ жизни. За то, чтобы все мы вообще просто жизнью были наполнены. Чтобы не просто мы такие, ой, что делать, скучно, неохота, что-то болит, там это все. А чтобы наоборот у нас было желание жить.